Спортсмен по званию матрос, рэп-исполнитель, снявший один из клипов в подарок столетнему юбилею Мурманска. Смотрите сегодня в 8 вечера программу «Проще говоря». Об отношении к родному краю, любви к здоровому образу жизни и месте рэпа в современном музыкальном пространстве расскажут гости из Санкт-Петербурга Рома Фантомас. Питерский рэпер родом из Мурманска. Откуда возникла любовь к хип-хоп-культуре? И кому обязан бывший матрос своими композициями? В 2010 году в Санкт-Петербурге так получилось, что познакомился с Бастой. И, соответственно, пообщавшись с ним, да, то есть я понял, что я тоже хочу попробовать читать рэп. Как найти своего слушателя и сколько в северной столице берут за съемку клипа? Все зависит от бюджета. То есть, соответственно, если у вас есть, допустим, 10 тысяч рублей, вам снимут клип на 10 тысяч рублей. То есть на 10 тысяч можно клип снять? Можно снять, да. Если у вас есть 100 тысяч рублей, вам снимут на 100 тысяч рублей. И сейчас, на самом деле, так как рэп стал популярен, сейчас есть и достаточно дорогие все равно работы. Яркий псевдоним как часть секрета успеха. Если мне коротко подстричься, то я буду похож на этого героя. И поэтому это прозвище закрепилось со школы. И в дальнейшем я это прозвище решил использовать как свой псевдоним музыки. Как родилась и воплощалась жизнь идея снять клип в подарок родному городу? В мае появилась песня, и летом у нас появилась идея снять клип. Снять клип про Мурманск и приурочить ее к юбилею. Мурманск стоит уже 100 лет, я посвящаю ему этот куплет. Смотрите на Арктик ТВ программу «Проще говоря» с Ромой Фантомасом сегодня в 20 часов.